Всем привет! С вами Камада, и мы снимаем Виспер Челлендж с Ритой. Ты нюхаешь свои носки? Нет. Почему? Не знаю. А хотела бы? Да. Ты уверена, что ты хочешь нюхать свои носки? Уверена, что там что-то голубого цвета? Да. Да. Играешь ли ты в ночное ловление бабочек? Я не играю в ночную братву. Ты снятся комары? Да. Каждую ночь? Да. Ты меня слышишь? Да, я ребенок. Сколько тебе потребовалось ему, чтобы почистить носки от грязи? Сколько мне понадобится ему, чтобы почистить салат на тазике? Да. Ноль. Ты не любишь чистить салат на тазике? Люблю. Стул или туалет? Шутки. Он подавился. Нравится. Тебе нравится, когда собака давится? Нравится. Ах ты ж тварь. Овчарка. Марина. Панда. Марина. Что, Марина? Ты овчарка. Я не овчарка. Ты бы хотела покраситься в сине-зеленый кислотный цвет? Да. И какого бы цвета была? Синий. Ты когда-нибудь сувала пальцы в розетку? Ты когда-нибудь что? Сувала пальцы в розетку. Мыла чупакабру? Нет. Как тебя зовут? 7 раз. Это твое имя? Естественно. Ты мне разрешаешь так тебя называть? Я не люблю дуть из ноздри сопли. Ты больше любишь кока-колу или спрайт? Нет. Что? Потому что Ларри это собака. Ты любишь, когда тебя закутывают в ковер? Почему так много слов? Ты любишь, когда тебя закутывают в ковер? Я люблю втыкать в розетки и вилки. Ты когда-нибудь прыгала со 2-го этажа? 4. 4 раза? 14. 14 раз? Да. Ты можешь показать? Нет. Почему? Потому что у тебя 2 глаза, 2 ноздри и рот. Как часто какает Ларри? Раз в 4 дня. Ты голубь или ворон? Кто я по гороскопу? Да. Водолей. А почему нет? Не хотела бы я быть раком. Почему? Потому что ты рак. Я весы. Ты весы? Да. А, весы. Ты утка? Да. Ты таджик? Да. И ты скоро улетишь жить в Таджикистан? Ну, это нет. Почему? Ну, вот я чувствую, что ты что-то плохое скажешь. Ты облизывала Яшу? У меня все нормально с мозгами. Так ты облизывала свою собаку? Да. Вкусный? Возможно, вкусно. Ты когда-нибудь ела пепел? Широкий. Широкий пепел? А дрова ела? Нет. Ты носишь трусы сзади на период? Не хочу. Ты когда-нибудь вылазила через окно с 4-го этажа? На концерте «Дай дорогу»? Угу. Не была. Тебе когда-нибудь приходилось есть траву? Угу. Как корова была? Не готова. А, ты не готова стать коровой? Нет. Ты любишь слушать песни 80-х? Я не ела макарони. Ты когда-нибудь всовывала вилку от телевизора себе в нос? Возможно. Заработал? А? Включился, заработал? Не знаю. Ты любишь красить свои зубы? Нет. Ты хочешь замуж? Да. За кого?
Никогда. Учусь? На кого? Не на кого. Как тебе было кататься на Жигули? Боком. Да? Как? Как когда? Хорошо, плохо. Что? Хорошо или плохо? Нет. Ты ела какашки? Угу. Вкусно? Да. Как давно ты любишь кататься по полу? Всегда. Мы надеемся, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. Всем пока!